Привет. Иду на акваэробику первый раз. Хвалят ее. Вот в этом году первый раз. А так я была не первой. Вот, в прошлом году мне понравилась, она была в бассейне возле 20-го Каскадоса. Вот, там было здорово вообще. Вот там мне прям очень понравилось. Здесь как-то не знаю. Ну так. Может, потому что здесь не рядышком, поэтому не знаю. Вот. Там как-то было поактивнее и весело очень. Больше даже было похоже на какой-то диско в бассейне, чем на акваэробику. Ну, в общем, зажигали все. Вот. Акваэробика вообще полезная, по-моему, в бассейне. Даже легкая, незначительная, она полезна, поэтому ходите. Вот, настроение поднимите в бассейне, немножко мышцы свои разработайте. Водичка все-таки при физической нагрузке, как-никак, немножко подтягивает мышцы. Так что мы идем туда, сейчас посмотрим. Да? Да, посмотрим. Поснимаем. Что еще хорошего? Все хорошее, все. Как вода в море? Вода замечательная, море не волнуется. Уже третий день, потрясающе. Все тепленько очень. Бассейны тоже прогрелись. Отдыхающих еще немного, но уже, ну, как бы, еще не так, как в Болгарии обычно в июле, но уже есть. Сейчас поснимаем. Уже слышим звуки. Я уже звуки посидит, о, классно. Ой, как много людей, здорово. Все, Фил занимается, да. Посмотрите, как много. Все танцуют. Сейчас мы тоже будем нырять. Саня пошла. Давай. Давай. Vamos a bailarlo, vamos a gozarlo. It's Ricky Baker on the beat, hey. Es difícil disimular lo que pasa por mi mente cuando te tengo de frente, yeah. Esas ganas de tocar ese cuerpo lentamente, divertirnos malamente con tu piel. Yeah.